15 апреля. Спорткомплекс К. Едва ли не лучшее время и место для встречи тех, кто понимает толк в наследии Масута Цуаямы. Приглашаем всех, кто любит активный и здоровый образ жизни, кто неравнодушен к миру боевых искусств, посетить наши соревнования. Вход на соревнования свободный. Болеем за Беларусь. В прошлом году была весна над Неманом. Мы очень достойно выиграли. То есть лично я выиграл. Мои ребята заняли призовые места. Но и надеемся, что на этот раз то же самое все произойдет. Ожидается приезд одного из боссов мирового киокусинкай. Японца Шихана Гарая. Сенсей Максимов работает очень много и серьезно. Он организует международный турнир, на который я планирую приехать. На татами выйдут каратеки из России, Молдовы, Украины и Испании. Само собой, не обойдется и без наших польских друзей. Сегодня на радио Бринчифов с Польши говорили о этом. Но так, я думаю, что большая команда будет участничать в Мińsku. Я тоже планую приехать. Так дla mnie это очень хорошее такie участничество у вас в стране. На нашу улицу приходит праздник Киокусинкай. Остается надеяться на добротную подготовку белорусов и известный хозяйский фактор. А фактор силы свое дело сделает.